Итак, еще раз. S8B. Речь о направлении вращения коленчатого вала на компрессоре. У меня вопрос стал, когда я поставил бензиновый двигатель, куда будет направление, в какую сторону вращения. Да, кстати, разобрал я компрессор. Мне он презентовался как абсолютно рабочий. Поработал недолго, стал вопрос в плите. Короче, пооткручивались вот эти болтики. Благо, это было верхнее на выпуске. Они просто открутились. Было решено разобрать полностью компрессор, поменять там сальнички, шмальнички. Ну и как я люблю вымыть это все бензином, керхером, так, чтобы масло залило, и оно было всегда белым. А вот, возвращаясь к направлению вращения. Читал ветку в форуме, там люди обсуждали, куда он должен крутиться. Принципиально либо это, либо нет. На кожухе, соответственно, есть стрелка. Значит, шатунчики. Поднимаем и видим вот такой вот приемник масляный, да, он сейчас вверх ромашками стоит, это получается дно. Когда вот поршень идет вниз и ударяется соском, да, в трубочку вот попадает масло туда. И если теперь он летит и попадает вот так лицевой стороной сюда, да, естественно, масло туда попадает. Если летит обратной стороной, оп, и получается, что масло сюда, наверное, не попадает. Но оно все равно так или иначе разбрызгивается и попадает, ну, сюда, на шейки штана. Но вот задумка такая, да? Вот косые срезы. Ну, вот так, надеюсь, ответил. У кого были какие-то домыслы. Немножко у отливки, да? Это не грязь, это чугун. Такая себе отливочка. Ну, и, ну, как бы все. Вот такое короткое видео. Все, всем пока.